Дина Аверина. Казачья песня «Раз, два, три». Эту песню и «Маруся, раз, два, три», и «Запрягайте, хлопцы, конев», это не меняет качество выполненного упражнения. Абсолютно, Дины Авериной. Абсолютно. Дина большая молодец, и это четвертый вид программы. Но для меня это цирковой номер. Такое, именно с булавами выполнять такую трудность. Я первый раз вижу такое за всю свою долгую жизнь в художественной гимнастике. Дина, в сочетании, опять же, повторюсь, с прекрасными элементами трудности тела, с танцевальными дорожками великолепными, эмоционально, ну, просто потрясающе. Браво! Кто посетил соревнования Гран-при? Очень лестно. Молодец, умница. Вот эта девочка чемпионка, вот такая маленькая. Поздравляю, красотка. Я тоже хочу свою дочку в гимнастику перенести сам.